токари, слесари, фрезеровщики – профессии, в которых сегодня нуждаются предприятия. А вот юристы и экономисты свои позиции сдают. Всю правду о состоянии на рынке труда рассказывают школьникам на открытых уроках по профориентации кадры. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Молодежь Самара», рассчитанной на пятилетку до 2018 года. Эта программа способствует успешной социализации и самореализации молодежи. Основную ставку мы, конечно же, делаем на ребят, как говорится, младше, что пока еще не сформировано вообще желание, познание того, куда я пойду. Да, нет еще точных определений, есть только какое-то видение, да, и поэтому мы стараемся максимально рассказать о современном предприятии, показать его как бы преимущество, что это совершенно новое оборудование уже, что это современные технологии, что это большое производство, это вообще большая компания. Будущие кадры подбирают себе и предприятия. Представители самарских заводов приходят на уроки, чтобы максимально правдиво рассказать о работе на производстве и присмотреть себе будущих сотрудников. Мы приглашаем школьников на экскурсии на наш завод. Они могут посмотреть сами производство, они будут видеть, как производится сантехника, как производится керамогранитная плитка. Они поймут, что это не только ручной труд, но сейчас это высококвалифицированный и это технологический труд. У нас практически половина производства сейчас автоматизирована. Открытые уроки профориентации кадры проходят в школах уже второй год и дают свои плоды. Все больше выпускников поступают в техникумы и профучилища, чтобы получить рабочую специальность. Многие приходят уже подготовленными. Во время школьных каникул ребята могут поработать на предприятии в качестве помощника-специалиста и попробовать свои силы в том или ином деле. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События.